Hare Krishna. Hare Krishna. Mm. It is my great pleasure to invite С большим удовольствием хочу пригласить всех вас, кто смотрит это видео на Говардан ретрит. Последние 18 лет со всего мира мы съезжаемся в долину у Гирирадж Говардана и проводим два ретрита. Первый посвящен исключительно улучшению нашего повторения святого имени, а второй посвящен изучению Кришны, узнаванию о нем из Шримад Бхагаватам. Вы можете спросить себя, зачем мне посещать ретрит в Индии, если я хочу улучшить свое собственное повторение святого имени? И ответ таков. Здесь царит сокровенная атмосфера, которую вы больше нигде не сможете найти, где бы вы ни находились. Здесь находится лучший из всех преданных, Гирирадж Говардан, которого мы покажем вам к концу этого видео. И он дает свое благословение, силу и энергию на то, что любой, кто приезжает сюда и практикует повторение святого имени, получит уникальный опыт, который не может быть получен в другом месте этого мира. Итак, повторение святого имени здесь — это повторение с большой помощью, с помощью Гирирадж Говардана. Повторение где-либо в другом месте — это тоже хорошо, но вы не получите эту могущественную помощь и милость Гирирадж Говардана. Второй ретрит посвящен слушанию о Кришне. Эти оба ретрита имеют одну общую черту, одну общую тему — улучшение наших взаимоотношений с Кришной. Сюда приезжает много русских преданных из России, и мы организовываем хороший перевод с английского на русский язык. Поэтому, я думаю, вам нужно запланировать посещение этого ретрита. Тем не менее, подождите, пока не ощутите что-то вроде приглашения. Для посещения Вриндаван-дхамы не столь важна покупка билетов, сколько важен зов сердца. Важно приглашение от Рады и Кришны. Вриндаван может быть увиден или оценен только глазами бхакти. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Oh,
Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shivan.